Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Человеку с буквой «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Они получают удовольствие, когда проявляют заботу об окружающих, хотя им часто самим недостает поддержки и заботы. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. «И» сообщает характеру дипломатичность, как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Носители этого имени способны нажить себе злейших врагов, часто являются причиной ссор и скандала. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Жадность – наиболее распространенный порок в этом имени. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.